сосед Камыш. Трактор косит вот такие вот снопы небольшие, потом их где-то вывозят, вычесывают, делают красивые снопики, куда-то продают. Так вот. Сапировая, морозец, решил прогуляться. Лисы греются на солнышках. Там видно одну лису, но их там две. Одна, когда я подходил, спряталась в камыш. Вторая лежала и ни почем. Посмотрим, что делается у нас на прудах. Кто-то не выделал свою лодку. Непонятно почему, конечно, в воде вмерзшая стоит во льду. Жаль, конечно, что люди так относятся. Вот тут хотя бы повытягивали с воды, оставили на зимовку. Озеро наше замерзшее стоит, нету никого и ничего.
покажу вам Окерманскую крепость. Какая старенькая есть. Ни много ни мало, 2500 лет. Вот она. Вон башенки видно. Тяжело в руках держать камеру, чтобы не случилось. Не шаталась. Ветер дует. Вот там. Вон виднеется фабрика тапочковая Белса. Желтая. Такие у нас охотничьи угодья. По утке охотимся тут по осени. Придет весна, покажу вам, что тут делается весной. Когда утка с юга возвращается. Очень классно. Видел даже такую одну утку пролетала. Непонятно, где она, чего она одна. Бывает такое зимой где-то. Может, был раньше подранок или что. Но летает, в принципе, нормально. Когда-то это были пруды. Лавливали отсюда сотнями тонн рыбы, разводили. Сейчас все разворовалось, все развалилось. Хана хозяйство. Продают камыш. Вот такие прудики. Все, что осталось, это косилка убитая на металлолом. Все остальное порезано, сдато. Бункера для кормов. И все приспособления, которые были. Кстати, это бывший рыбколхоз, когда-то занимающийся. Вот это еще осталось. Не дорезали на металлолом. А тут стояли бункера большие для кормов, для раздачи. Единственное место, где не замерз. Течение, вот птичка идет, не замерзает.